первом помосте выступает Мишка Павел, спортсмен 1985 года рождения, мастер спорта, представляет сборную команду Республики Крым. Спортивные достижения: чемпион Республики Крым 2018 года, лучший соревновательный результат в толчке 60 подъемов, тренируется под руководством Трофимова и Мирасанова. На втором помосте выступает Епихов Алексей, 2001 года рождения, кандидат в мастера спорта, представляет сборную команду Алтайского края, 82 подъема, лучший соревновательный результат в упражнении толчок, спортивные достижения: победитель первенства России, Европы среди юношей, тренируется под руководством Катаева Игоря. На третьем помосте выступает Белецкий Игорь, 1998 года рождения, мастер спорта, представляет сборную команду Тюменской области, лучший соревновательный результат в упражнении толчок 85 подъемов. Он является победителем вузов Министерства обороны 2018 года. Тренируется под руководством Леонова и Толстого. На четвертом помосте выступает Дергачев Александр, 1989 года рождения, кандидат в мастера спорта, выступает за сборную команду Ростовской области, лучший соревновательный результат в упражнении толчок 61 подъем, его спортивные достижения: призером областных соревнований, тренер Малик. На пятом помосте выступает Ужанасов Артур, спортсмен 1997 года рождения, кандидат мастера спорта, представляет сборную команду города Санкт-Петербург. Лучший соревновательный результат в упражнении толчок 81 подъем. Спортивные достижения: призер города Санкт-Петербурга, тренер Фадеев. В 15:00 начало соревнований группа А мужчины, в 17:00 группа А женщины, толчок по 30. Командная эстафета, классический толчок. Просьба
представитель подойти подать заявки на командную эстафету. Держи, Паша! Держи! Время на подготовку гель.